Добрий день. Чути мене? Підніміть, будь ласка, руки, хто з вас має дітей? Дякую. Я маю двох дітей. Я був присутній при народженні обох з них. Я бажаю, коли вони народжуються, щастя, здоров'я, щоб вони росли щасливими людьми. Але дуже важливий момент – саме народження. І для мене дуже важливо розділити цей момент разом з вами. Я дуже дякую вам за те, що ви прийшли, і за вашу підтримку. Дякую. Мене звати Павло Вдович. Я працюю в ЄБРР і курую проєкт «Мережа». Сьогодні разом з Віктором Шкурбою, керівником і засновником агенції ISD Group, ми представимо вам нову онлайн-платформу, яка об'єднає підприємців, експертів, бізнес-асоціації та інші організації, які представляють екосистему підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. Я сфокусуюся більше на загальному контексті, на передісторії, а Віктор вже познайомить вас безпосередньо з підходами та функціоналом самої платформи. Мені потрібен буде клікер. Клікер. Два слова про ЄБРР. Працюючи з малим та середнім бізнесом, ми зазвичай знаходимо себе в позиції, коли ми працюємо через партнерства. В нас багато партнерств у вигляді фінансових установ, консультантів, індивідуальних експертів, бізнес-асоціацій і так далі. Тобто ми свого роду вже і є та платформа, яка об'єднує навколо себе цих гравців ринку. Проблема цієї платформи – те, що ми є офлайн. Офлайн не дає того масштабу і можливості побачити ринок в цілому, як це дає цифра. Так? І тому ми використовуємо і дивимося, що платформа, як оцей кораблик, так, дасть нам можливість подивитися на всю екосистему підтримки малого та середнього бізнесу в Україні, співпрацювати з усіма експертами, бізнес-асоціаціями, акселераторами та іншими організаціями, які захочуть бути присутніми на нашій платформі. Віктор, додаш? Да, спасибо, Павел, за introduction. Очень рад вас всех сегодня видеть. Прежде чем мы перейдем к основной части, хочу уточнить, что каждый раз, когда мы будем говорить онлайн-ресурс, мы будем предполагать онлайн-платформу. И основное отличие онлайн-платформы от там, портала, медиа-ресурса в том, что платформа не, сама по себе не генерирует информацию. Да? У нас нет редакции. Платформа — это всего лишь инструмент, задача которого — связать различные аудитории. У вас у всех в кошельке, в кармане есть платформа. Это карточка MasterCard или Visa. Это всего лишь инструмент, который связывает ваш счет с счетом поставщика. Платформы — это очень мощный инструмент, который трансформирует не только рынки, но и индустрии. Да? 60% брендов, в топ-100 самых больших брендов — это платформы. Google, Airbnb, YouTube — мы все пользуемся ими каждый день. Я хочу, чтобы вы понимали, насколько это, поняли после нашей презентации, насколько это важный и сильный инструмент, который должен помочь нашей индустрии, нашему рынку, во-первых, стать прозрачнее, во-вторых, помочь объединить заинтересованных сторон, ну и в-третьем, дать информацию, аналитическую информацию о рынке, которая позволит всем нам принимать осознанные решения. Дякую. Тоді я приступлю до своєї частини, так? Дивіться, що я для себе виніс, коли я говорю про діджитал, або коли я думаю про діджитальний проект. Для мене дуже важливо, що перед тим, як ти вступаєш в цифрову якусь історію, тобі потрібно зробити кілька речей. Перше – це перезавантажити повністю свій майндсет, включити діджитал. Тобі потрібно дуже часто стерти свій досвід, свою пам'ять, щоб прийти до клієнта, до користувачів з чистого листа. Потрібно спробувати вдягнути окуляри цього
користувача і побачити, як дивиться на світ він, з якими проблемами, болями стикається саме він. І вам потрібно вдіти ті наушники, які дозволять дуже тонко і емпатично відчути вашого користувача. Я скажу, що ті знахідки, які ми, з якими ми зустрілися по дорозі створення цієї платформи, вони контрінтуїтивні, шокуючі. Дуже часто вони були для нас сюрпризом. Але саме вони стали основою для того, яку платформу ми маємо сьогодні. Я зараз вас познайомлю з цими знахідками. Перше. Малому та середньому бізнесу не потрібен консалтинг. Малому середньому бізнесу потрібні рішення. Вони, коли ми з ними спілкуємося, коли ми дивимося їх, як вони користуються платформою, живі тести, вони взагалі не думають словом консалтинг, так? Вони думають тим, як в мене є якась проблема, як я доходжу до вирішення цієї проблеми. І вони роблять це дуже різними способами. Вони читають, вони спілкуються зі своїми партнерами, конкурентами, вони відвідують якісь заходи, вони дивляться онлайн-курси, вони, зрештою, в них щось виходить і не виходить, і вони приходять до консалтингу або не приходять. Але він не є основою для того, для їх рішень, не є тим, про що вони думають. І саме тому наша платформа – це не про консалтинг. Наша платформа – це про комплексний набір рішень, який відповідає ось цьому шляху користувача, коли в кінці вже цієї історії він доходить до консалтингу і безпосередньо комунікує з експертом. Багато речей відбувається по дорозі. Друге. Ми побачили, що насправді клієнти довіряють не організаціям, клієнти довіряють людям. Вони дивляться в очі, вони відчувають якусь хімію, вони хочуть працювати з конкретними особистостями. Їх не влаштовує історія, коли мені продав консультаційну послугу хтось один, план проєкту зробив хтось інший, а імплементує хтось третій. Це для них неприйнятно, не дуже часто для них це не потрібно. І, відповідно, ситуація вивертається. Так? Раніше ми говорили, що бізнес-школи, бізнес-асоціації, різні організації, вони ховали експертів в себе за спиною. Так? Вони були на першому плані. Те, що ми відчуваємо від малого середнього бізнесу, вони хочуть навпаки, вони хочуть слідкувати і працювати з окремою особою. І саме це реалізовано на платформі. Також ми побачили, наскільки зрілими толковими, прогресивними стають малі середні підприємці в плані інформації. Вони активно користуються Google, вони стають зрілими, і їм не так-то легко щось, як ми кажемо, впарити. Так? Їм недостатньо те, щоб хтось прийшов і розказав їм про життя. Вони дуже сильно заточені на те, щоб працювати з нішевими експертами, з галузевими експертами, людьми, які з'їли собаку в якійсь окремій галузі чи ніші. І саме тому на платформі реалізований функціонал, коли експерт може визначити всього кілька напрямків, в яких вони дійсно вважають себе експертами, і таким чином працює платформа. Також, знаєте, в нас була така інтуїція, і було дуже легко впасти в таку ілюзію про те, що малий підприємець ідентифікує свою потребу і працює системно над її вирішенням. Це зовсім не так. В голові підприємця одночасно є кілька болей, він працює над ними одночасно. І не факт, що він їх може всіх правильно назвати, але він одночасно, як цей радар в літаку чи в кораблі, він зондує різні сфери свого бізнесу, і в нього болить все і одночасно. І саме тому на платформі реалізований функціонал, який дозволяє одночасно вибирати цілий конгломерат бізнес-проблем і слідкувати, і взаємодіяти з експертами інформацією саме щодо цього конгломерату. І останнє, що я хочу сказати, що підприємці, вони живуть в набагато більш динамічному, в набагато більш гнучкому світі, ніж, наприклад, це було раніше. Вони користуються коучингом, організаційною психологією, вони проходять стратегічні сесії, роблять якусь діагностику, вони читають інформацію, проходять онлайн-курси і
деколи працюють в повноформатному консалтингу 3-6 місяців з планом, структурою і так далі. Тобто давайте включимо це уявлення про те, що для підприємця оцей повноформатний консалтинг – це всього один з видів, який його дещо може обмежувати. Так? Тому на нашій платформі буде можливість для вас пропонувати не тільки свої послуги, такі повноформатного консалтингу, але й всі види послуг, які ви надаєте і вважаєте потрібними і затребуваними на даний момент для ринку. Зараз я хочу трошки з вами поділитися нашою статистикою, тому що ми стикнулися з дуже серйозною такою інсайтом таким, так? Про те, що запити підприємців дуже сильно різняться від їхнього рівня зрілості. Таким статистичним наближенням рівня зрілості ми тут взяли кількість працівників. І що ми побачили? Ми побачили, що дуже великий пул підприємців, які по своїй суті знаходяться на дуже ранньому етапі свого розвитку. Так? І вони стикаються з зовсім іншими проблемами, і вони хочуть від консультантів зовсім іншої експертизи, ніж хочуть більші компанії. Типова ситуація для України – це дані Держкомстату. Так? В Україні 1,5 мільйона підприємців. 290 тисяч підприємців від 0 до 10 працівників, 16 тисяч підприємців від 11 до 50 працівників і 16 тисяч підприємців від 51 середнього розвитку підприємств. Було би дуже логічно, якби ця піраміда повторювалася в економічній доданій вартості. Але по факту в Україні відбувається навпаки. По факту в Україні ось ця маленька кількість компаній займає більшу частину робочих місць і створює більшу частину доданої вартості. Відповідно, перед нами усіма, перед стейкхолдерами, перед Європейським Союзом, ЄБРР і так далі, стоїть класична дилема. Що нам робити? Нам треба намагатися допомогти вижити тим маленьким мікрокомпаніям, підприємцям, які тільки починають свій шлях, так, або навіть ще до початку свого бізнесу. Чи нам варто підлити масла в огонь, так, і прискорити ті компанії, які вже знайшли свої рейки, і їм потрібно додати більше інерції. І нам здається, що в наших дослідженнях ми знайшли відповідь на це, знаходимо відповідь на це питання, воно дуже очевидне насправді, про те, що нам потрібно і те, і інше. Просто, мабуть, в цьому випадку нам потрібні більш базові і масові продукти, так? А в цьому випадку нам потрібні більш індивідуалізовані і складні продукти. Зараз я поділюся тим, що ми знайшли, що найчастіше вказують підприємці, залежно від розміру, про те, чого їм, в якому вигляді вони би хотіли отримувати для себе експертизу і інформацію. Тобто, якщо ми говоримо про підприємців і мікробізнес, їм потрібна базова інформація, вони хочуть навчатися в своїх більш досвідчених колег, і для них окей – це мікротренінги, отак, так? І для них окей – це менторство, коли хтось візьме їх над ними шефство, так, і проведе по певним підводним каменям в тих сферах, де вони, наприклад, не для них важко. Якщо ми переходимо до малих підприємств, картинка трошки міняється, і вона досить різко міняється. Так? Цей тип компаній, вони готові вже до тренінгів, вони готові витрачати, як ми кажемо, commitment. Вони готові витрачати час і послідовно нарощувати свої навики на тренінгах. Хоча, знову, це більш загального плану теми. Вони готові до певних стандартизованих консалтингових рішень по систематизації, наприклад, їх бізнесу. І вони готові до консалтингу, який стосується більш загальних тем.
Коли ми говоримо вже про компанії від 51 до 250, картина ще змінюється, тому що вони кажуть, ми вже багато що знаємо, ми багато що можемо, в нас працюють свої професіонали, які можуть закривати певні теми, але нам потрібна точкова експертиза. І тому ми готові отримувати інформацію по дуже специфічним питанням, наприклад, бережливе виробництво, експортний консалтинг і так далі. Або ми готові отримувати якусь специфічну консалтингову допомогу. Таким чином ми розмістили наше позиціонування нашої платформи порівняно з двома великими онлайн-ресурсами. Перший ресурс – це SME.gov.ua, який був недавно успішно запущений. Він теж фінансується Європейським Союзом. І він, як ми бачимо, він фокусується на великій кількості невеликих компаній або майбутніх підприємців, яким він надає, послуги більш стандартизовані. Так? Є великий сайт «Будуй своє», є ряд інших сайтів, які ми тут не вказуємо, але ми бачимо себе в першу чергу, ми починаємо як ядро в тому місці, де ми співпрацюємо з компаніями малими та середніми. Тобто приблизно від 5 до 250 співробітників. Так? І ми починаємо з індивідуалізованих рішень, тобто з можливості для підприємців працювати з індивідуальними експертами, слідкувати за ними, взаємодіяти з ними і так далі. Завершуючи свою частину презентації, я хочу сказати вам про певну передісторію. Саме Європейський Союз наполіг на тому, щоб ми включили в наш контракт з ЄБРР пункт про те, що повинна бути створена така онлайн-платформа. Зараз ми бачимо, що це рішення по факту було дуже далекоглядним, тому що саме платформені цифрові моделі дозволяють робити ринок більш прозорим, більш ефективним, бачити, хто є на ринку, збирати аналітику і приймати відповідні управлінські рішення. Після того, як проект був ініційований, ми пройшли дуже довгий шлях, ми аналізували, що є за кордоном, ми аналізували, що розробляється і є в Україні. Ми розробляли різні сценарії, як можна реалізувати цю платформу, і зрештою прийшли до тої концепції прототипів, які сьогодні продемонструє вам Віктор. Я, Віктор, передаю тобі слово. Дякую. Спасибо, Павло. Я хотел бы действительно все начать с того, чтобы поблагодарить все компании, которые были на этом пути. Это компания Ambulance, которая помогла с первичными исследованиями. Это компания SkyKillers, которая создавала первые прототипы, проводила первые исследования. И я хочу вас попросить им похлопать, потому что это крутой пример, когда ключевые игроки рынка объединяются вокруг какой-то большой общей цели и создают классный продукт. Малый и средний бизнес — это основа экономики здорового человека, да, здоровой страны. И я очень рад, что у нас у ISD Group, у нашей компании, есть возможность работать над этим проектом в рамках проекта Европейского Союза «Прямому РАЗа». И мы очень верим, что платформа, над которой мы работаем, способна поменять расклад сил на этом рынке и сделать из малого и среднего бизнеса крутую основу экономического роста. Я начну немножко издалека. 18 лет назад я сделал свой первый веб-сайт. 17 лет назад мы с коллегами-основателями ISD Group сделали первую онлайн-платформу. Ее суть была в том, чтобы связать богатых американцев, мужчин в основном, с красивыми женщинами Украины. И это была платформа знакомств, которая принесла достаточно много денег нашему клиенту и большой опыт
большой опыт нам. Прошло достаточно много лет, 17 лет, поменялись технологии, принципы, изменилась очень сильно экосистема потребления. Но что осталось неизменным, это пользователь в центре всего, что мы делаем. И нам очень важно, когда мы работаем над любыми диджитал-продуктами, отталкиваться именно от потребностей потребителей. А в нашем случае это вообще супер интересно, потому что у нас есть две группы потребителей. С одной стороны малый и средний бизнес, с другой стороны эксперты. Да? Вы не увидите в этой презентации никаких наших фантазий и догадок. Мы все проверяли, мы общались со всеми аудиториями, мы провели более 50 глубинных интервью с представителями двух сторон. Мы провели несколько волн, несколько сотен предпринимателей приняли участие в тестировании гипотез и нашего продукта. И мы постоянно привлекали в процесс экспертов, то есть вас, для того, чтобы идти в ногу с вашим пониманием, с нашим пониманием, потому что мы тоже, в общем-то, эксперты. И проведя все интервью, погрузившись максимально глубоко в эту тему, первое, что мы увидели, почувствовали, это, наверное, все то же самое, что вы испытываете каждый день. У малого и среднего бизнеса есть боли, профессиональные боли. Проблема в том, что они не знают, что с ними делать и как к ним подойти. И все это усугубляется еще и тем, что у них совершенно нет времени. Они находятся постоянно в операционной работе, из которой как бы достаточно сложно всем нам вынырнуть. С другой стороны, у них нет понимания, они не понимают, что с ними происходит, они только чувствуют как-то где-то у них какая-то часть болит, но они не могут это сформулировать для того, чтобы найти подходящего консультанта, найти подходящую экспертизу. Да? И поэтому они где-то что-то слышат, где-то куда-то ходят, где-то пытаются крупицами собрать информацию и понять, а что же у них все-таки болит. Да? И самое главное, они вам, нам не доверяют. Я сегодня утром ехал на конференцию, прям встретил своего коллегу, он руководитель достаточно большого продакшн, видеопродакшн компании, рассказываю, куда еду, он говорит: это консультанты, это вот те шарлатаны. И эти шарлатаны, то есть мы с вами, это те люди, которые, в общем-то, помогают во всем мире компаниям расти, развиваться. Это главный источник роста малого и среднего бизнеса во всем мире, экспертиза, которую мы с вами можем им дать. Но, к сожалению, вот есть такое представление. Да? Мы с этими инсайтами, с этими проблемами бросились, конечно же, в первую очередь в дизайн-спринты для того, чтобы ответить на основные вопросы. А как нам обеспечить это доверие? А как нам познакомить две стороны в ситуации, когда у одной стороны нет времени и нет никакого понимания. И мы начали думать, а что же такое есть, что может заменить часы хождения на ивенты, что может заменить поиск каких-то сертификатов, просматривание кейсов, что может вот так вот там, за несколько секунд сказать вам, сможете вы работать, слушать этого эксперта или нет. Химия. Химия — это то, что дает возможность вам за 5-7 секунд понять, насколько вы готовы, насколько вы расположены слушать, насколько вы можете работать с этим человеком. Это работает как в любви, так и в работе. И мы подумали, как нам можно использовать? А что, если мы возьмем и сделаем Тиндер для бизнеса. Я не буду спрашивать, просить поднять руку, кто знает, что такое Тиндер, но попрошу поднять руку, кто не знает, что такое Тиндер. Отлично, у нас есть те, кто не знает, что такое Тиндер. Тиндер — это платформа знакомств, на которой вы простым
движением руки, свайпая фотографии, находите человека, с которым вам бы интересно было бы пообщаться. И мы подумали, а может быть мы можем сделать что-то похожее? И вот так пришла идея записывать 20-секундные интродакшены по каждой отдельной бизнес-проблеме, которые за 20 секунд могут послать правильные сигналы и дать понять эксперту, насколько вот, прошу прощения, малому и среднему бизнесу, насколько они хотят работать с тем либо иным экспертом. То есть это некий такой быстрый фильтр, который дает возможность за 3-4 минуты всего времени просмотреть с десяток разных экспертов и где-то там услышать о какой-то болезни, которую он чувствовал. Это был первый наш файндинг, первая основа. С другой стороны, кроме времени, нам очень важно наладить взаимопонимание, да, между нашими аудиториями. С чем мы столкнулись? Безусловно, за пониманием мы пошли к вам, да, пошли в EBRR и посмотрели на все модели там, консалтинговые, набросали карту бизнес-задач. И все так красиво выглядело, так красиво, что аж не верилось. И мы решили пойти с этой картой, с этими бизнес-задачами к потребителям, да, в нашем случае, к малому и среднему бизнесу. И поняли, что они не понимают. Они не понимают, потому что уровень их понимания — это «Ой, у меня там что-то болит». А где болит? Ну, где-то между ногой и туловищем. А как болит? Ну, не знаю. Вот это тот уровень понимания, который есть у малого и среднего бизнеса. И как же нам вот эту суперсистему структурированную соединить с вот таким достаточно базовым пониманием бизнес-задач? В этот момент мы реализовали достаточно успешно проект с искусственным интеллектом, который показывал разницу между, помог нам показать разницу между пропагандой и настоящими медиа. И мы поняли, вот машины должны помочь нам. Машинное обучение, искусственный интеллект — это тот инструмент, который нам поможет связать, который поможет, собрав десятки, сотни тысяч, а потом и миллионы за много лет запросов от малого и среднего бизнеса в той форме, в которой они привыкли это формулировать. В форме «у меня уходят люди», да? Мы им будем давать специалистов по HR-стратегии. В форме «мне нужен логотип», «хочу упаковку», мы будем давать экспертизу по маркетинговой стратегии, по дизайну и так далее. И вот так вот родился наш взаимопониматор. Это две какие-то ключевые, такие, на наш взгляд, достаточно инновационные штуки, которые мы пока не видели нигде в мире. И для того, чтобы показать, как это выглядит, для того, чтобы мы реально посмотрели, я вам сейчас покажу видео и скажу, что пока что этот наш интеллектуальный поиск, он интеллектуальный, он еще не базируется на искусственном интеллекте. Нужно время собрать данные, нужно время его оттестировать. И в идеале, как бы я хотел, чтобы он работал, когда, возможно, через 3 года, возможно, через 2, когда бизнес приходит, и мы знаем какую-то базовую информацию о нем, и он вбивает «я устал», и мы бы могли ему найти консультантов, которые бы помогли и поняли, что окей, ему надо начать с HR-стратегии, наверное, у него проблема с людьми, наверное, у него проблема с структурированием бизнес-процессов, и дать ему подходящую экспертизу. Давайте посмотрим, как это выглядит все. Я отойду, чтобы вам всем было видно. Попадая на сайт, единственное, что видит наш пользователь, это информацию о платформе, что это знания, это досвид для решения задач вашего бизнеса, и все, что ему надо, это вбить какие-то бизнес-задачи, которые на данный момент для него актуальны. Он может как
формулировать его своими словами, и мы показываем его максимально релевантные категории, так и выбирать из рекомендуемых категорий. Более того, каждый раз, когда он выбирает новую категорию, мы ему предлагаем, а что похожее, для того, чтобы поймать. У него, мы помним, что у него нет четкого понимания, чего он хочет. Наша задача — поймать вот эти вот его боли, собрать их вместе и на основании вот этого паттерна, набора разных бизнес-задач определить, а что же, скорее всего, интересует. И на следующем этапе, так как мы говорили, что у нас мало очень времени, да, и что нам нужно сразу как-то вовлекать, мы ему даем возможность посмотреть презентации. Хотите сделать вашу компанию известной? Мечтаете, чтобы о вас писали авторитетные издания, а ваш продукт выбирали среди конкурентов? Я помогу вам рассказать вашу историю так, чтобы ее услышали и ей поверили. Я буду очень рада помочь вам на вашем пути к известности. И на данном этапе единственное, что может сделать пользователь, посетитель, это добавить в избранное. Первое, что нам на тестировании говорили: «О, так я хочу уже написать, дайте мне куда написать». И вот это то, чего мы не хотим делать, я объясню, почему дальше. Добавили в избранное. Смотрим дальше. Годы обучения продажам международных школ привели меня к одному простому выводу. Продажи на текущий момент — это не про объем, это про плановую монетизацию клиентского опыта, про то, чтобы деньги приходили в нужное время, в нужное место. Знаете, які компанії не виживають на падаючих ринках? Ті, які не мають вирішальної конкурентної переваги. В періоди економічних криз клієнти стають вкрай вимогливими. Аби вони принесли гроші саме до вашої компанії, ви маєте вміти усувати їх біль. Якщо ви вмієте це робити, ви будете зростати на падаючих ринках, а ми вам в цьому допоможемо. Ми довге час сумнівалися, наскільки реально в 20 секунд встроить презентацию. Каждый раз, когда мы общаемся с вами, то большинство экспертов говорит: «О, это нереально, нереально». Как мы видим, за 20 секунд абсолютно достаточно для того, чтобы сказать ключевые слова по бизнес-задаче, которую интересует малый и средний бизнес. И именно этого они и ждут. Услышать какие-то знакомые каким-то образом фразы. После этого мы даем возможность пользователю зарегистрироваться, вводит имя, фамилия. Пароль, конечно. Регистрируется, и он попадает в свой персональный кабинет, где слева он видит всех экспертов, которые он каждый раз, находясь в поиске бизнес-задачи, добавляет в избранное. А справа он видит те продукты, которые максимально релевантны, которые исходят от выбранных экспертов, а также похожих экспертов в аналогичных бизнес-задачах. То есть справа мы видим, да, информацию о том, что через 5 месяцев у нас мероприятие, тренинг, можливості формування та утримання успішних співробітників. Да? Через 5 месяцев у нас HR-марафон, и он видит, опять же, экспертов, которые участвуют, он видит бизнес-задачи, короткую информацию, время. Это лента, почти как Facebook, почти как LinkedIn, да? Только заточенная на информацию по экспертизам, которые ему необходимы для решения собственных бизнес-задач. Кроме тренингов, ивентов, мероприятий, безусловно, здесь он видит и кейсы. Кейсы экспертов, которые максимально соответствуют тем бизнес-задачам, которые он выбрал. Кликая, попадая на страничку, на страничку кейса, он видит, кроме названия, результаты. Это то, что мне очень нравится персонально, как нам удалось из достаточно… Кейсы — это скучно. Много кейсов — это скучно. Это много-много-много информации. Мне очень нравится, как у нас получилось выделить, сфокусировать внимание на
трех основных китах. Это задачи, решения и результаты, а также мы даем вопросы и ответы, которые вы сами можете заполнить и которые дают возможность так более человечески, более в живой форме рассказать о кейсе. То есть это не какие-то высокопарные описания, как в заявках на Effie Awards, а что-то такое жизненное, понятное. Да, прошу прощения. Да, есть возможность посмотреть более детально профиль. Есть возможность закачать видео, презентацию о себе. Вот мы ее демонстрируем. Да. И есть возможность, безусловно, отправить запрос эксперту. Это самый интересный вариант, до которого мы сейчас дойдем. Посмотрев сначала, обязательно помечены все эксперты, которые работают с ЕБРР. Это как, ЕБРР — это как знак качества. Це неможливо. Роби як усі. Ти цього не зможеш. Якби я слухала ці поради, я б ніколи не пережила кризу 98-го року в жорсткому нафтобізнесі, і я ніколи б не побудувала провідну консалтингову компанію Apple Consulting, які наразі виконалися 19 років. Ми постійно рушимо стереотипи. Кажуть, що консультанти продають повітря. Так, дуже багато консультантів продає години. Если вы готовы, некоторое время следили за этим экспертом, посетили его тренинги, то вы можете отправить запрос. Но здесь важный момент, что нельзя просто взять и написать любые слова. Первое, нужно заполнить полностью информацию о своем бизнесе, для того, чтобы эксперт понимал, да, для того, чтобы вы получили какую-то карточку базовую, сколько сотрудников, какой оборот, сферы, в которых он работает, это консалтинговый бизнес. Это продуктовый бизнес и так далее. Все это делается достаточно быстро. И обязательно расшифровать запрос, обязательно написать детали запроса, да, сформировать как бы задачу, описать суть проекта. И здесь нельзя просто написать два слова. То есть мы не дадим возможность отправлять запрос, пока он каким-то достаточно широко, насколько это может, своими словами не сформулирует свой запрос. И это очень важно, потому что все мы с вами сталкиваемся с ситуацией большого количества нерелевантных запросов, на которые нужно время, чтобы обрабатывать. И мы хотим, чтобы, попадая на нашу платформу, вы получали максимально релевантный запрос от тех бизнесов, которые готовы работать с вами, которые уже разобрались, что им надо. Здесь дальше вы можете посмотреть потом детально дома. Это страница, которая рассказывает обо всем, о чем мы сегодня расскажем, но достаточно детально описывает весь функционал, и она доступна по кнопке «Я маю экспертизу» на сайте. Вот. Это все с демонстрацией. Дальше я хочу коротко какие-то саммари провести. Секундочку. Это основная задача нашей платформы — это привести к вам бизнес, которому необходима именно ваша экспертиза, который заинтересован работать с вами. И это основной фокус. Первое — это у них нет возможности обращаться к вам напрямую, не сформулировав свою бизнес-задачу, не разобравшись. Мы специально пускаем его по пути, когда они не могут, увидев ваше 20-секундное видео, сразу вам написать. Пусть они сначала почитают ваши кейсы, пусть они сходят, возможно, послушают вас на каком-то ивенте и, убедившись, что да, уточнив свою задачу, придут к вам с ней. Безусловно, мы получаем, так как у нас это онлайн-платформа, она дает возможность нам видеть данные запросов. Мы их все анализируем, и это самое интересное, я коротко расскажу дальше, что мы даем на сайте, это аналитику. И, безусловно, демонстрационный эффект — это то, что все вы
да, все мы будем видеть лучшие кейсы, лучшие подачи и сможем улучшать, опять же, свои презентации. И немаловажный фактор также, что мы будем просить всех, весь малый и средний бизнес давать фидбэк. Если они отправляют запросы на консультации нескольким консультантам, то они должны будут, и выбирают одного, то они должны будут всем остальным сказать об этом, чтобы не приходилось уточнять и находиться постоянно в состоянии, а будет же проект, не будет проект. Вот. И коротко, самая интересная, на мой взгляд, возможность, которую мы даем на сайте, это аналитика. Аналитика, которая показывает реальные запросы малого-среднего бизнеса в том формате, в котором они задают. Более того, мы во время исследования поняли, что прежде чем, от момента, когда у бизнеса появляется боль, до момента, когда он приходит к экспертам, это путь. Это путь, который может быть и 6 месяцев, а может быть и 7 лет, 10 лет. И наша задача этот путь сократить, но мы понимаем, на каком пути находится наш потребитель. Поэтому у нас есть 3 категории. Первая — это цикавлицы, то есть это пользователи, которые просто ищут. Просто вот они зашли на сайт, и они пытаются сформулировать свою задачу. На втором уровне — это пользователи, которые взаимодействуют. То есть это пользователи, которые уже выбирают экспертов, которые подписываются на их ивенты, которые заходят глубже и изучают, исследуют. И на третьей — это малый и средний бизнес, который отправляет запросы. Да? Зачем это надо? Это поможет нам с вами всем не пытаться закрыть 20 экспертиз и говорить, что я могу и в этом, 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 а сфокусироваться на те экспертизы, которые наиболее вас интересуют, где наибольшее количество возможно. И, возможно, кто-то захочет работать на уровне диагностики, потому что там наибольшее количество. В общем, статистика, информация, данные нам помогут увидеть этот рынок, получить от него фидбэк и разобраться, а что здесь вообще происходит. И мы планируем нашу платформу развивать в 2 фазы. Первая фаза — это набор критической массы, это наиболее важная для платформы фаза. И на этой фазе мы уделяем максимальное внимание вам. И мы максимально вам помогаем делать профайлы, писать кейсы, снимать видео. То есть мы вас гайдим, мы вам помогаем создать для себя максимально красивую презентацию, эффектную, которая будет привлекать малый и средний бизнес. И на втором этапе мы открываем ее для более широкой аудитории и открываем возможности, с помощью которых все, и вы, и пользователь, смогут добавлять информацию самостоятельно. Ивенты, кейсы, видео. Захотели поменять, снять новое видео, пожалуйста, сами сняли на телефон, забросили на сайт. Это должно быть на второй фазе. Очень коротко о ближайших наших шагах. То есть сейчас наш фокус — это эксперты, и мы хотим наполнить эту сторону, да, supply, да, для того, чтобы малый и средний бизнес, попадая на сайт, видел уже кого-то, да, и у нас уже 25 экспертов, и мы будем рады увидеть большее количество экспертов, и мы, наш план — получить как минимум 100 в ближайшие месяцы. Следующий наш фокус — это, в общем-то, фокус на малый и средний бизнес. Пользователи малого и среднего бизнеса уже заходят на сайт, уже тестируют, уже проверяют, как он работает, но на следующем этапе мы будем создавать коммуникационную платформу и более активно их привлекать на сайт. Во втором квартале мы добавим нетворкеров, которые должны, то есть это организаторы, люди, которые создают ивенты, которые собирают экспертов и малый и средний бизнес и помогают им находить точки соприкосновения. И в конце года мы планируем собирать достаточно информации о взаимодействиях, об итерациях, о запросах и поделиться его в Business Intelligence модуле, открыть данные для всего рынка. Спасибо большое. Очень хочется сказать, что платформа, напомнить, что платформа — это инструмент. И без вашего активного участия
этот инструмент не будет эффективным. Поэтому давайте развивать этот рынок вместе, делать его прозрачным, понятным, эффективным, результативным. Давайте строить вместе крутую экономику. Спасибо вам большое.